Привет, друзья! Сегодня 2 августа, 2020 год, Севастополь, Крым. Приближаемся к парку Учкуевка. Вчера прогулялись по центральной аллее через весь парк до самого пляжа. Сегодня же пройдемся по другим аллеям, которые рядом с одной стороны с детскими площадками и с другой стороны парка рядом со спортивными площадками. Вот подходим к светофору, к переходу. В эту сторону улица Богданова, это улица Челюскинцев, вот остановка интернат. Улица Челюскинцев идет туда дальше, в сторону Любимовки. Ждем зеленого света. Переходим. Здесь кафешка, всякие бургеры, мороженое, кофе, коктейли. Это Екатерининская миля, где в 17 веке останавливалась Екатерина II во время своего визита в Крым. На этих местах их несколько таких памятников по всему Крыму. Бахчисарай есть еще в некоторых местах. Это вот Севастопольский. Вот главный вход в парк Учкуевка. Здесь тоже качели на входе, вот такие вот на цепочках. Центральная аллея там в середине, а сегодня мы пойдем по вот этой левой аллее, которая рядом с детскими площадками, и потом дойдем до спортивных площадок. Это все акации, сафоры. И вот по левой стороне начинаются детские площадки и аттракционы. Здесь и для самых маленьких, и для подростков всякие, и качели, и горки, и всякие интересные аттракционы разные. Много всего. Вот сейчас поворот направо, это можно дойти как раз на центральную аллею и на смотровую площадку, которую вчера снимал, вот там. Мы же сегодня повернем, точнее не повернем, а пойдем прямо. Вот еще всякие аттракционы детские. Так, вот она там, вдали, смотровая площадка. Детишки лазают, катаются. И вот тоже эти, как я думаю, задуманы как зеленые туннели, плющ обовьет вот эти конструкции и будет такой живой зеленый туннель. Вот он обвивает уже. Вот еще всякие качели разнообразные. Так, вот он этот туннель. Это абрикос. Снова цикады поют. Вот там вот лаванда, которую вчера снимал, и белые розы. Здесь вот это тоже качели, чуть ниже, и гамаки. Скамеечки уже известные.
вот впереди еще один такой будущий живой зеленый туннель, на котором будет расти плющ. Вот они разные формы здесь, и такие полукруглые, а с той стороны, ближе к стоянке и к спортивным площадкам, такие в форме прямоугольника. Итак, вот еще один будущий зеленый туннель. То ли плющ, то ли что-то похожее, обвивающее такое растение. Вот оно цветет. Такие белые цветочки. Ну-ка, понюхаем, пахнет. Нет, вроде запаха нет. Но зато зелено должно быть. Вот он уже почти до верха дорос. Так, идем ниже. Вот они, качели, которые вчера снимал с другой стороны. И вот гамаки. Классно покататься, побалдеть на таких, поваляться. Да еще и в тенечке там. Ну, вообще просто рай. Вот еще детские всякие площадки. Вон турники есть. Небольшие для детей. Вот стенд информационный, парк Учкуевка, детская площадка, одна из них. Правила поведения. Сейчас подойдем сюда немного поближе, посмотрим. Ну, разнообразные и горки, и всякие качели, много всего. Вон и по пенькам можно прыгать, бегать. Там качели, еще какие-то сооружения. Так, тоже полно народа, детишки бегают. Ну вот как-то так, вон там такие горки, в трубу залазишь и скатываешься. Тоже качели, вон море вдалеке, голубое сегодня. Ну что ж, вернемся на аллею, пойдем ниже. Вот, вернулись на эту аллею. Вот там центральная аллея виднеется, где кипарисы высажены. А мы идем сейчас с этой стороны. Смотрим дальше детские площадки. А вот уже на этой аллее этот будущий зеленый коридор-тоннель в форме прямоугольника, как с той стороны, где спортивные площадки. Вот такое тоже здесь. Это растение обвивающее со всех сторон. Ночью подсветка. Вот это тоже новые деревья высажены. Вот это все новое. Сажали в этом году уже. Такие фонари. Акации. Вот так можно пройти на центральную аллею и на ту вторую боковую, где спортивные площадки. Вот еще один туннель будущий зеленый, такой же прямоугольной формы. Тоже подсветка есть. Там еще детские площадки. Вон там едет зеленый автобус с площади Захарова на Учкуевку, который возит народ. Опускаемся еще ниже. Снова уже ближе к пляжу. Но сегодня на пляж не пойдем, так как вчера уже снимали. Там снизу свернем в сторону спортивных площадок. Вот оттуда сверху пришли. С
Сегодня снова солнечно. С утра был дождик, но он быстро закончился. И вот снова жарко. Ну, ветерочек есть, который хорошо обдувает. Так, сейчас еще раз свернем влево, потом вернемся на эту аллею. Подойдем, посмотрим на эти детские площадки. Что здесь есть. Вот там вот тоже всякие аттракционы, горки. Сейчас глянем здесь. Потом вернемся вот на ту аллею. Вот какая-то конструкция. А, это тарзанка. Да. Здесь. Вот оттуда сверху скатываются на тросах. Вот до этого сооружения. Ну, короче, вот сверху цепляются руками и скатываются по тросам. Сейчас пока никто не катается, вообще очень популярная штука. У молодежи, у взрослых, у детей, да вообще у всех. Вот отсюда скатываются по тросам туда вниз. Там вот для детей полазать всякие приспособления. Цикада где-то на акации сверчит, стрекочет. Вот для детей поменьше, помладше полазать. Вот снизу уже конец парка, забор. Тоже вот детская площадка. Парк Учкуевка, стенд такой. Ну что ж, вернемся на ту аллею, по которой шли. Вот, подходим к этой аллее, по которой шли. И продолжим путь ниже, по ней же. Здесь вот уже опять будущий зеленый туннель. Овальной формы такой. Тоже подсветка есть, вот лампочки. Вот тоже детские горки, качели, полазать. Вот камера стоит на столбе на таком, камера наблюдения. Охрана там сверху, где кафешка, там у них помещение. И вот уже почти спустились донизу до забора по этой аллее. Здесь деревья внизу повыше, погуще. Здесь вообще до реконструкции заросли были. И туристы с палатками останавливались. Да, здесь и тенечку больше. Здесь такой уже как практически как в лесу. Вот забор снизу, нижний забор парка, нижняя граница. Поворачиваем в сторону спортивных площадок. Вот оттуда пришли по этой аллее. И вот идем в сторону спортивной площадки, спортивных площадок. Вот такая нижняя дорожка. Вот он забор, нижний забор парка. Там дальше уже центральная аллея пляжа Учкуевки, который вчера тоже снимал. Сегодня туда не идем, есть во вчерашних видео. Вот здесь павильоны эти, вот виднеется. Вдали, в середине, это вот как раз летняя площадка, которую тоже вчера снимал. Есть во вчерашних видео. Вот центральная аллея, по которой вчера прогуливались. Вот она. Самая центральная аллея Учкуевского парка. К центральному входу. Практически к центральному входу, потом направо. Так, сейчас же идем. Так, как лучше пройти? Вот здесь пройдем. Там дальше уже на выход из парка, где вчера ходили. А сейчас пройдем
немножко, опять же, по центральной аллее, только снизу, с этой стороны летней площадки. Так, ну вот парк Учкуевка, схема, где что находится. Вот он, самый низ, вот здесь написано. Кто хочет, может поставить на паузу, прочитать, где что находится. Вот центральная аллея видна посередине. Все обозначено. И вот самый верх, откуда мы пришли, Екатерининская миля, остановка. Кафешка там. Ну, в общем, подробная схема парка, где что находится. Вот центральная аллея пошла наверх. А мы пройдем по этой стороне. Детишки на скейтах. На скейтах, на самокатах, на велосипедах. Туалет есть еще один. Вот она, эта летняя площадка. Вот эти скамеечки, с которых зрители будут наблюдать за происходящим на сцене. Вон места для пикников. Народ сидит, отдыхает. Вот вчера туда проходили, вниз, на выход с парка на пляж Учкуевка. Сейчас же наверх. Что за картошка, Саша? Вот они, эти тенты. Там центральная аллея. Сейчас пойдем по правой аллее. Ну, правая она, если сверху смотреть, как к морю идти. Сейчас же она левая, на подъем. С левой стороны будут всякие спортивные площадки. Вот места для отдыха с тентами. С этой стороны тоже вот овальные идут эти будущие зеленые коридоры. Вот для велосипедистов, самокатчиков специальные горки, кочки, кататься по ним. Сейчас подойдем с той стороны, посмотрим, свернем вообще на самую крайнюю дорожку, там велодорожка около забора. Вот выход на дорогу автомобильную с этой стороны. Мобильный и тротуар там. Это уже велодорожка вот рядом с забором. И вот это горки для велосипедистов, для самокатчиков, для скейтеров, для всех, кто хочет. Такие вот горки. Детишки вот катаются. Классно здесь. Все специально сделано. И газончик тоже мягкий, зеленый, высажен. Вот на самокатах гоняют. И на обычных, и на электро. И вон и на великах. Да, вынеси самокат. Поехали. Здесь тоже вот дальше такая же, только поменьше горки. На самокатах катаются. Вдоль всего забора машины стоят. Кто-то на пляже, кто-то в парке. Здесь вон тенечек, на газонах люди отдыхают. Детишки катаются. Вот еще один выход на дорогу. Так. Вот так можно пройти на центральную аллею и на ту, по которой изначально сегодня шли, через весь парк.
здесь вот для скейтеров, для велосипедистов, ну и для самокатчиков тоже такие площадки. Там вот смотровая площадка такая небольшая. Сейчас подойдем к турникам и к тренажерам. Еще один выход из парка. Сейчас немножко выглянем. Так, ну вот дорожка тоже на Учкуевку. Это туда наверх, на Челюскинцев. Зайдем обратно в парк на велодорожку к турникам. Сначала тренажеры будут вот. Вот они тренажеры. И степперы есть. И всякие остальные. Это вот турники. Подтягиваться, лазать. Пресс качать. Еще один выход. Занимаются. Так, ну вот уже подошли к большой стоянке. Тоже практически самый верх. Вот центральный павильон, смотровая площадка. Там, где вчера снимали. Эта дорожка тоже еще к одному выходу ведет. Это велодорожка. Мы свернем на этот путь немножко чуть назад. И пройдемся с этой стороны от смотровой площадки. Вот там, где кипарисы, опять же, центральная аллея. Вот там. Так, сворачиваем. Вот центральный павильон, смотровая площадка, народ. Фоткается, любуется. Во вчерашнем видео я снимал оттуда. Вот тоже эти прямоугольные формы будущей зеленой тоннели. Вот она, смотровая площадка. Снизу какая-нибудь торговля со временем будет. Скорее всего, арендовать будут. Помещения там хорошие. Вот стоянка. Вот он, будущий зеленый туннель. Так, вот это шиповник растет. Когда цветет, очень приятный запах. А сейчас